Лунные жители. Луна населена эфирными существами, имеющими высокий интеллектуальный уровень и живущими своей жизнью, которая присуща только существам такого порядка. Их несколько типов. Лунные жители, обитающие на поверхности планеты, имеют связь с другими подобными им сущностями Земли и других планет. Гораздо больше существ и сущностей из материи, более тонкой, которую вы видеть не можете, но которые окружают вас повсюду. Вы находитесь как бы на дне голубого моря, образованного вашей атмосферой, а вокруг буквально кишат существа эфирного и астрального плана, сотканные из тонкой материи, энергии. У них своя жизнь. Для них вы, люди, грубые, неповоротливые, очень медлительные существа, напоминающие черепах, копающихся в тени и не желающих больше никого видеть и знать. Не в обиду будет вам сказано, но это так. Многие из них обладают гораздо большими умственными способностями, которые на несколько порядков выше, чем у человека, а также имеют большие возможности перемещения в пространстве. Им ничего не стоит перелететь с планеты на планету, подобно тому, как бабочки порхают с цветка на цветок.